Ну что ж, горячая пора, завершается лето. Но у тех, кто занимается спортом, конечно, не было каникул. У них они были связаны с праздником спорта. И вот сегодня в Центральном городском стадионе проходит финал среди девочек по футболу. Уже проходили здесь турниры, и им понравилось. И вот теперь, спустя 2 года, снова здесь финал. А я вам представляю победителя турнира, гостя из Черкасской области, Юрий Деренюк, который стал победителем. Сейчас мы видим на поле, тут играют девочки из Ровно и Харькова. Ну что ж, Юра, вот расскажи об этом турнире. Почему вы выиграли? Потому что вот это уже у вас вторая победа подряд, да? Ну, в першу чергу, хотілося б подякувати Федерації футболу України, які проводять цей турнір, це Кубок надії з футболу серед міжрегіональних центрів розвитку дівочого футболу. Їх всього в нас в Україні 6. Кожний центр входить по 4-5 областей. Проводилися спочатку внутрішні етапи, де відбиралися дівчата кращі з збірні команди областей, потім відібрались кращі дівчата центру, які приїхали сюди захищати честь свого центру. Також подякувати федерації за те, що вони забезпечили всі умови для того, щоб провели ці змагання. Це на харчування, проживання, повністю дорога забезпечена командам. Їм просто задача дівчатам приїхати і показати свій талант. Це багато нинішній час, що зроблено для нашого розвитку футболу. Також хотілося б подякувати всім тренерам свого центру. Це так само і з Полтавської області, і з Вінницької області, і Черкаської, і Кіровоградської, які привезли дівчат на внутрішній етап. Ми проводимо не перший раз ці етапи. Ми з усіма тренерами спілкувалися, щоб відібрати, підготовити нашу команду, яка захищала честь нашого центру. І вони довели, що вони кращі в Україні. І це для нас було в ці змагання, як можна сказати, що дуже тяжкими, бо на нас був груз на плечах такий, що ми в прошлому році стали чемпіонами і хотіли також довести, що ми центральний центр України, і ми можемо працювати, і працюємо на розвитку футболу. Ну, і ми довели наші дівчата, що не зря ми носимо титул чемпіонів України. Сейчас я напомню, что именно Кировоградская область, Черкасская является центром Украины, как раз все. И поэтому вот они в центре внимания, потому что победили. Почему победили? Второй раз подряд. Ну, победили, потому что желание девчат было працювати, и работа тренеров, которые довершили девчат, готовили до цих змагань. И работа всех нашей областной федерации футбола, яка підтримала нас, які провели внутренний збір, крім того, що проводить Україна, ще провели навчальний тренувальний збір. Це був Володимир Ольф Віші, який підтримує наш жіночий футбол в області. І він допомагає сам особисто і федерації, щоб ми працювали і ми доказували те, що ми маємо, які маємо результати. Вот такой красавец приїхав к нам, тренер замечательный, з дівчатами працює. Інтересно з ними працювати? Так, звичайно. Ну що, зараз продовжимо інтерв'ю і розкажемо об этом фіналі, який, вообще-то, є настоящим праздником для юних талантів футболу. Спасибо, Тиска. Спасибо. Ну що, вот они чемпіонки, юні представительниці Черкаської області, одна в одну. Де у нас капітан? Анжела? Вот. Вам здесь понравился, Николаеве? Да. Чем? Что вот здесь хорошего? Ну, тут готали, конечно, не дуже, но я хотела бы подякувати Федерации футболу, что она сделала эти соревнования, ну, что все оплатила, ну, мы ничего не платили, можно так сказать. Ну, тренерам дякую за то, что провели тут тоже. Ну, дружный коллектив, нам сподобало, да? Да. Так, ну, игрок номер один, значит, почему победили? Вони програли. Вони програли. Почему победили? Вот это интересный ответ, потому что в основном они работают ногами, головой. А вообще, чем интересен то вообще был турнир? Турнір мені цікавий. Ну, нам було дуже гарно грати, тому що нам було дуже цікаво, бо тут дуже сильні команди, і ми дуже раді, що ми виграли. Це було спонтанно. А хто самий сильний суперник для вас був? Тернопіль. Проіграли Ровно, чому? Бо ми не зібрались, не настроїлись на ігру і думали, що вже чемпіони, і просто розслабилися. Другий раз на нашому стадіоні в центральному городському місті Ніколаєві проходить фінал серед дівчат по футболу. Возраст 12-13 років, найперспективніший. І головний організатор Федерації футболу України, і, звісно, Ніколаївська обласна федерація. Віце-президент федерації Валерій Семенович Запорожець. Интересно, вот для вас, как организаторов, такую жаркую пору, насколько
интересно провести такой турнир и сделать праздник для девчонок? Вы знаете, я вам скажу, что мы специально разбили его на утром и вечером, чтобы команды играли. У нас 8, у нас участвует 6 команд. Это у нас называется Кубок Надии ФФУ. Играют межрегиональные центры развития женского футбола Украины. У нас здесь южный региональный центр. Наш центр входит, у нас получилась Николаевская область, Одесская, Запорожская и Херсонская. И мы на базе вот этих 4 команд создали свою сборную южного региона. Там западный регион, там Львовская. И вот это победители сборной приехали сюда. У нас проводится финал вот этого женского чемпионата среди девочек, как сказал Юра, что это 13-14 лет. Что касается, почему в такую погоду, ну вы понимаете, они играют 2 тайма по 15 минут, 7 плюс 1. И мы решили так, 8 по, утром с утра до 10:30 проводить 3 игры. И потом вечером с 7 и до 8, там, потому что иначе никак не получается. Я хочу вот что поблагодарить, во-первых, людей, которые нам помогли в организации. Хочу поблагодарить Кривозерскую воду, которая нам там, Скрипниченко, который нам предоставил водичку, спонсоров всех поблагодарить. Руководителей межрегиональных центров, которые приехали к нам в Николаев. Вот. Ну, что касается самой организации, видите, все прошло идеально, все хорошо. Мы провели это просто. У нас был первые игры состояли 6 числа, 7 был выходной день. Мы автобусами, 100 человек собрались, поехали в Очаков. Там они покупались на море, отдыхали, пообедали, опять покупали, ходили в этот музей. В общем, про такой досуг. А сегодня, вчера и сегодня были такие самые ответственные уже игры за первое, второе, третье, за призовые места. Вот такой получился финиш у юных футболисток. Они получили удовольствие на поле, отдохнули здесь, познакомились с городом Николаевым. И мы знаем теперь юных победительниц. И, в общем-то, это хорошо, что именно Николаев становится притягательным для футбола женского нашей страны, потому что у него хорошие перспективы. На финише года проходит очень интересный турнир, не первый раз, потому что отмечают высокую организацию футбола в городе Николаеве. Заводский район является центральным в организации футбола, потому что именно здесь находятся основные спортивные объекты. Вячеслав Николаевич Карцев, глава администрации Заводского района. Я думаю, для вас уже не впервые проводить такие турниры, и вам, как любителю спорта, как очень интересному руководителю, важно, чтобы это было все на уровне. Да, добрый день. Знаете, сегодня на нашем центральном стадионе заканчивается республиканский турнир под названием «Надежды Украины». И в нем принимает участие 6 команд с разных регионов Украины. И Черниговщина, Ровенщина, Харьковщина, Черкащина, Николаевщина. И эти девчонки 2002-2004 года, но показывают уже мастерство. Это уже настоящая надежда нашего украинского женского футбола. Это олимпийский вид спорта, это чемпионаты мира. И я, конечно, благодарен Федерации футбола Украины, нашей федерации, областной организации этого турнира под эгидой и города Николаева, под эгидой республиканского футбола, под эгидой федерации и, конечно, федерации областной. Спасибо и председателю федерации нашего Яропонову, и всей федерации Украины. Посмотрите, что творится на стадионе, какие эмоции, какие крики, группы поддержки. И это эти девчонки, которые показывают уже, честно говоря, уже хороший, серьезный футбол, свои 12-13 лет. Это говорит, что у нас есть будущее, что у нас есть такая команда, которая готова выступать и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Кстати, только что завершился чемпионат мира среди женщин. Был очень интересный. А это будущее. Может быть, они будут принимать участие. Потому что наша сборная Украины, а здесь ответственность ведет за женский футбол Николай Леонтьевич Ярополнов, президент Федерации Николаевской
Нидерландской футбольной федерации. И не случайно, здесь уже второй раз подряд проходит такой турнир, и впереди будут очень интересные. Прекрасно подготовлена центральная арена для первой лиги. Ну и мы надеемся, что эти надежды оправдают тебя в скором будущем, да? Да, да, 100%. Я вижу, с какими глазами, с каким энтузиазмом, с какой надеждой, что они будут победителями, призерами этого турнира, проходит этот фестиваль в течение, посмотрите. И культурная программа была создана Федерацией футбола, и вывезли на море. И культурная программа с посещением мест достойных города Николаева. Было что показать, было принять девчонок этих на хорошем, добром уровне. Я еще отмечу, не случайно именно в городе Николаеве проходит такой турнир, и не первый раз, потому что один из первых организаторов женского футбола в нашей стране, в городе Николаеве, был Николай Некрасов, который отвечает за развитие женского футбола в нашей федерации. Вот он главный. Николай Некрасов является основоположником развития данного вида. И я думаю, что вот он сделал все для того, чтобы прошел он на высоком уровне. Спасибо, спасибо организаторам, спасибо всем федерациям и Республиканской федерации, и областным, и всем людям, которые приехали из других регионов, которые организовали это, и спонсоры, и чиновники, которые смогли организовать поездку сюда на Республиканский этот турнир, и приехали, и участвовали, и здесь проигравших нет. И надеемся, что вот эти вот звездочки, которые сегодня выстреливают на этом турнире, они будут и в сборной Украины, они будут и в молодежной сборной, и Ю-17, как говорится, в добрый путь и хороших успехов спортивных. Да. Ну что, подвели черту, он в торжественной обстановке все это проходит, финишная черта подведена, и подведет итоги этого турнира Руслан Викторович Диденко, зампредседателя комитета при Федерации футбола Украины по развитию женского футбола. Ну, подведите итог, потому что как было организовано, и итоги его. Ну, в первую очередь, Федерация футбола Украины взяла на себя все затраты с помощью ФИФА денег для того, чтобы эти детки, которые у нас являются участниками межрегиональных центров, приехали сюда в Николаев и посоревновались между собой на протяжении 5 дней. Эти соревнования длились. Я думаю, что все получили массу удовольствия. Кроме того, была культурная программа для деток сделана. Я думаю, что в целом турнир удался, и основная цель — развития девичьего футбола, популяризация в каждом населенном пункте, я думаю, что вот основная задача. И, конечно же, эти девочки — это лучшие девочки этого возраста здесь находятся. Перед этим мы проводили региональные соревнования, и в целом нас принимало участие 23 области Украины. Я думаю, что это рекорд, и рекорд и финальной части, так как у нас увеличился один центр, добавился. Я думаю, что 6 центров сегодня показало хороший футбол. Кому-то больше повезло, кому-то меньше, но я думаю, что тренерскому составу сборной будет возможность определить этих девочек, отобрать как раз для сборной команды до 15 лет. А жара повлияла, потому что все-таки было очень... Ну, мы сделали коррективы во время проведения соревнований. Мы работали и утром, и вечером. Дневное время мы убрали для отдыха команд, потому что все-таки это жара, это здоровье детей в первую очередь. Ну что, финиш одного турнира, но впереди очень много других, поэтому как бы старт — будущее женского футбола. Ну, конечно же, мы сегодня развиваемся и с каждым годом считаем, что развитие должно идти только вперед, никакой остановки. О женском футболе должны знать, в первую очередь, и не только благодаря всем соревнованиям, которые мы проводим, но и результатам наших сборных команд. Так, капельку вот. Ну так пока, а потом поднимем.